Ребят, меня зовут Антон Бритва, я руководитель проекта, который называется «Спарта». «Спарта» — это, наверное, первый и единственный крупный мужской проект на территории России, который позволяет мужчине становиться сильнее и быть таким, чтобы им по-настоящему можно было гордиться. Однако традиционно сейчас я не хочу говорить о «Спарте» и о том, чем она занимается, а хочу немножко с тобой поговорить о тебе. Дело в том, что в последнее время я довольно часто замечаю у многих ребят и у многих мужчин в мозгах опасный мысли-вирус. Когда в моей жизни будет это, тогда в моей жизни случится то-то. Ну, из области, я буду заниматься благотворительностью тогда, когда я стану богатым. Или я пойду и буду учиться кататься на мотоцикле тогда, когда у меня будет возможность этот самый мотоцикл себе купить. Ребят, могу вам сказать честно, если вы мыслите подобными схемами, то, наверное, в вашей жизни вы никогда ни к чему не придете. Ну или, по крайней мере, вероятность этого очень сильно мала. Дело в том, что к своим целям нужно стремиться. И для достижения своих целей нужно делать маленькие шажочки. И нужно делать их постоянно. Я помню прекрасно, что тогда, когда у меня не было возможности, например, купить себе мотоцикл, я все равно пошел, отучился на этот самый мотоцикл и получил на него права. И только потом, через долгих 3 года, я наконец-то сумел, позволил себе выбрать тот самый кастомовый байк, который мне очень сильно нравится, купить его и наслаждаться вождением этого байка. Сейчас я нахожусь здесь, на яхте в Средиземном море. Я понимаю, что пока выложить 500 000 евро за яхту, наверное, мне не по карману. Но все равно я здесь учусь управлению этим самым судном для того, чтобы однажды стоять твердо у руля своего судна, у своей яхты. Поэтому, если в твоей жизни тебе важно получать немножко больше, чем получают другие, брать от этой жизни больше, немножко больше, чем берут другие, жить той жизнью, о которой другие люди только говорят с придыханием и тайной завистью, тогда для достижения своих целей нужно делать что-то каждый день. И не бойся идти и учиться тому, что, возможно, пока для тебя недоступно. Рано или поздно это станет твоим, твоей реальностью, твоей действительностью и твоей зоной комфорта. Кстати, для всех тех, кто пока не имеет возможности ходить в моря, но мечтает о том, чтобы однажды оказаться здесь, у руля собственной яхты, уже в октябре стартует школа капитанов, наш проект совместный с Евгением Кудрявцевым, которого еще знают как Ред Барона. Это то самое место, где ты, не выходя из России, можешь научиться управлению вот этим самым судном, дать своему подсознанию четкий вектор и четкий ориентир на то, куда тебе нужно стремиться в твоей жизни. Больше информации по поводу школы капитанов ты сможешь увидеть на нашем сайте Sparta Russia или здесь под этим видео. Ну а мне было приятно в очередной раз увидеть тебя через линзу этого фотоаппарата. До встречи на Спарте. Пока.